Калимисову, первому заместителю. Я приехала из города Жесказган. Я невиновна в клевете, о чем была вот на год условно осуждена. Я не согласна с этим приговором и требую снять с меня это, потому что я на детекторе лжи доказала свою невиновность. Виновный бывший сожитель, 9 лет живший за наш счет с сыном-инвалидом, Муйдинов Эркинжан Атабекович. У его брат там в Жесказгане занимает высокую должность вот, и в кругах, в верхах, и все. Все кругом коррупция. Я заявляю о коррупции в Жесказгане и сверху донеса до Астаны, потому что я Долбаеву 40, ой, Долбаеву этого, Кариму Масимову 40 только писем написала. Одни отписки. Я Долбаеву писала, что я не согласна вот, и с судом, вот, и требую это, чтобы вот, ну, это бесполезно. Нет, никто ничего не делает. А купил суды или как? Купил суд, что я невиновна в клевете. Убирайте с меня этот год. Я не могу с этим жить. В чем-то судьи все, да, ставленники, президент. Здравствуйте. Заместитель прокурора, угу. Вы ваши действия незаконно, вы знаете, да, угу. Что плакатом нельзя стоять? Угу. Да? Я вам зачитаю предостережение о недопустимости нарушения закона. Меня били, меня душили. Я вам предостережение зачитаю именем закона. И никто порядок не реагирует. Порядок проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Риване изложено в целях, целях предупреждения. Скажите, меня господин Даулбаев не реагирует на то, что меня душили, да? Зампрокурора Жанбалат Мукышев города Жесказгана не реагирует, хотя уже видео есть даже в России о нем, что не реагирует, что меня душили. Моим детям угрожали облить кислотой. Бывший сожитель Муйдинов Эркинжан Атабекович. Почему никто не реагирует? И господин Аширбеков, судья межрайонного специализированного суда, свою честь позорит и позорит честь президента, который доверил ему такую должность. Стыд и позор.